все течет, все меняется. Чтобы оставаться лидером на рынке, необходимо шагать в ногу со временем. Этому правилу следует и одно из старейших в Кургане предприятий – завод «Зауральские напитки». В настоящий момент ведется переоснащение производства новым оборудованием, чтобы быстрее и качественнее исполнять заказы и доставлять вкусную, а главное – полезную воду потребителю. Вот теперь мы запустили только-только новую итальянскую линию компании «Эфимер» с производительностью в два раза выше, чем та была. И сейчас идет, в общем-то, освоение технологий производства на этой линии. С процессом технического переоснащения совпало и появление новой бутылки, в которую теперь разливается вода-свежесть, классический квас, сладкая газировка и минеральные воды «Курганская» и «Курганская-2». Форма бутылки снарядная, которая с 96-го года, она уходит в историю. Еще можно ее встретить на прилавках, магазинах. Некий период времени перехода со старой формы бутылки на новую. Но эта новая форма бутылки, она имеет элегантный вид. Изменения коснулись и этикетки, которая теперь подчеркивает плавные линии изгиба бутылки. Новый экстерьер напитков современный, минималистичный и привлекательный. Поклонникам продукции компании «Зауральские напитки» теперь нужно искать на полках магазинов уже обновленное оформление. Как заверили нас на заводе, все содержимое остается без изменений. Чистая вода, высокое качество, полезные свойства. Все перетекло из старой бутылки в новую. Руководство предприятия смотрит в будущее, увеличивая не только производственную мощность, но и в целом делая техническое оснащение компании современным. Поэтому новое оборудование появилось и в аммиачной компрессорной, основная функция которой – охлаждать напиток перед розливом по бутылкам. За более чем вековую историю продукция завода «Зауральские напитки» завоевала сердца не только жителей нашего региона, но и далеко за его пределами. И мы уверены, это далеко не предел. С новым оборудованием напитков хватит всем.